Здравствуйте, с вами магазин Автозвук.ua. Сегодня мы рассмотрим универсальную однодиновую автомобильную магнитолу от компании Falcon, модель HP-H190GBT. Поставляется в фирменной упаковке данная магнитола. Внутри у нас находится дистанционный пульт управления, инструкция и гарантийный талон, провода подключения акустики и питания со стандартным разъемом ISO, ключики для снятия магнитолы, и также сама магнитола. Магнитола небольшая по глубине ввиду отсутствия CD-привода. Передняя панель несъемная. На передней панели кнопки управления, дисплей, микрофон, так как магнитола поддерживает громкую связь. Под заглушкой разъем USB, слот под карты памяти microSD и разъем AUX. Магнитола поставляется вместе с шахтой. Сзади у нас находится антенный разъем, две пары линейных выходов, RCA или тюльпаны они еще называются, предохранитель на 15 ампер и разъем для подключения акустики и питания. Магнитолу мы сейчас подключим на питание 12 вольт и пройдемся по ее функционалу. Подключаем магнитолу. Магнитола имеет возможность смены подсветки, как мы видим. Используется в магнитоле 5 режимов. Это режим радио, режим Bluetooth, режим проигрывания через USB, через AUX и через карты памяти microSD. В режиме радио, как всегда, доступно 3 диапазона FM1, FM2, FM3. В каждом из них можно делать память до 6 станций. По настройкам абсолютно стандартные настройки. Высокие и низкие частоты. Фейдер баланс. Включение-выключение объема низких частот load. И также предустановлен эквалайзер. При покупке на данную магнитолу обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость. Вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.